Бедняжка, а вы его кормите? Если вы хозяин Уиппета, вы не раз услышите на улице этот вопрос. Не смущайтесь. Многие думают, что собака должна быть толстой, чтобы чувствовать себя счастливой. Но многие люди ездят на прогулки в таких машинах, в то время как мы предпочитаем вот эту. Уиппет. История Уиппета, как порода, имеет чуть больше, чем столетнюю историю. Она восходит к тому моменту, когда заводчики на севере Англии решили вывести собаку, способную подарить столько же радости, сколько уже известный грейхаунд. Но не тратя астрономические суммы, которые богачи в те времена могли потратить на собачьи бега. В Нортумберленде и Дарреме до того времени устраивались развлечения, когда делали ставки на терьеров, которых пускали парами вслед за диким кроликом. Но очень увлекательными их назвать было нельзя, поскольку собаки эти были медлительны и неуклюжи. Но имейте в виду, не следует смешивать эту погоню за зайцем с современными аналогичными соревнованиями, которые устраиваются на открытых полях и лугах. В те времена соревнования устраивались на участках меньшей площади, потому что дикого кролика, в отличие от зайца, нельзя гнать с помощью загонщиков. Его можно поймать лишь сетью, а потом выпустить на том участке, где его ждут собаки. Поэтому скорость на ровной местности была не так важна, как стремительность и быстрота рефлексов. Третьим необходимым качеством была выносливость. Потому что, по свидетельствам тех времен, соревнования длились 31 раунд, что, без сомнений, было не так уж мало. Жертву помещали на одном конце загона, в то время как на другом удерживали на привязи двух собак. По команде «Старт» собаки и кролик одновременно освобождались, и победителем считался тот, кто первый поймает добычу. Собаки, участвующие в этих соревнованиях, которые назывались «бега по кроличьему следу», должны были обладать первоклассным охотничьим инстинктом. В противном случае, они послали бы куда подальше и кроликов, и судей, и публику задолго до 31-го раунда. Это объясняет использование терьера, чей охотничий инстинкт развит гораздо лучше, чем у других собак. Однако заводчиков больше не устраивала эта собака. Что касается этого вопроса, все книги и статьи об Уиппете сходятся в том, что заводчики решили вывести более быструю собаку. Но зачем? В бегах по кроличьему следу скорость не требовалась, потому что ей приходилось пробежать всего лишь несколько метров, прежде чем схватить несчастного кролика, который, возможно, даже не успевал понять, где находится. Что ей по-настоящему было нужно, так это психофизическая выносливость. Вероятно, на это и были направлены начальные усилия. Только так можно объяснить нелепую смесь пород, которых называют прародителями Уиппета. От фокстерьера, вернее его прародителя, до бедлингтон-терьера, манчестера, ныне исчезнувшего белого английского терьера, и даже буль-терьера и бульдога. Но, похоже, первые скрещивания не удовлетворяли заводчиков. Этим собакам, без сомнения, отличающимся мощью, агрессивностью и выносливостью, чего-то не хватало. И, наконец, ответ был найден. Стремительность. Вот где ключ к успеху. Хороший толчок гораздо полезнее, чем сила и умение драться. Если собака устремляется с самого начала, другая останется с носом, даже если речь идет об эдаком четвероногом гиганте. В общем, для победы необходимо жать на газ, и заводчики бросились работать в этом направлении. Оценивая кинологическую панораму той эпохи и принимая во внимание все эти соображения, можно сделать вид, что даже войдя в раж, так называемый «беговой терьер» не мог сравниться ни с одной борзой. Остается установить, о какой именно борзой идет речь. Но выбирать особенно не из чего. В Англии в те времена было только два вида борзых. Одна из них – это великолепный грейхаунд. И вторая – так называемый итальянский грейхаунд, или малая итальянская борзая.
У последней было больше шансов для скрещивания с терьером. Не только потому, что она была более распространенной и, следовательно, более доступной для средних и низших слоев населения, но и потому, что, будучи меньше по размеру, она казалась более подходящей для воспроизводства прыгучих щенков. На самом же деле, Уипет больше напоминает грейхаунда, чем малую итальянскую борзую. Это дает основание предположить, что она тоже участвовала в скрещивании, но не те представители этой породы, которых богатые господа использовали на бегах. Есть гипотеза, что существовали грейхаунды меньшего размера, которые использовались не на бегах, а как комнатные собаки. Письменных подтверждений тому нет, но это подтверждают многие произведения искусства. Поэтому вполне вероятно, грейхаундов скрестили с малой итальянской борзой для получения собак меньшего размера, которых удобнее держать дома, а эти мини-грейхаунды уже были скрещены с терьером. Так был получен Уиппет, который был признан лондонским кеннел-клубом в 1890 году. Вначале у него было мало поклонников, потому что его считали второсортной борзой. За ней еще долго оставалось прозвище «Грейхаунд для бедных». Однако постепенно эта порода получила распространение за пределами узкого круга любителей бегов. И в конце концов, добрый нрав и послушный характер Уиппета сделали его одной из самых известных и распространенных пород во всем мире. Стандарт – это детальное описание идеальной собаки той или иной породы. Его составляет специализированный клуб той страны, откуда происходит эта порода. Если этих клубов несколько, то самый старый из клубов. Далее он отправляется на утверждение кеннел-клубом. И после его утверждения отбор и разведение определенной породы должны соответствовать единой линии. Этот стандарт с годами может быть изменен, но только в том случае, если по мере развития породы становится очевидным, что новые черты способствуют улучшению породы. Так, в случае с Уиппетом был признан максимальный рост. Согласно стандарту, Уиппет должен гармонично сочетать развитую и сильную мускулатуру с грацией и элегантностью линий. Эта собака создана для быстроты и работы. Следует избегать любых преувеличений. Нрав у нее мягкий, добрый, уравновешенный. Это прекрасный товарищ. Она прекрасно приспособлена к жизни в семье и занятиям спортом. Голова длинная и сухая, с плоским лбом, суживающимся к носу, но довольно широкая между глазами. Челюсти мощные, линии их чистые. Мочка носа черная, у голубых допускается голубой оттенок, у красно-коричневых в тон окрасан. Глаза блестящие, очень живые. Уши маленькие, в форме лепестка розы, тонкие. Челюсти сильные, с полным набором прекрасных зубов. Прикус ножницеобразный. Верхние резцы находят на нижние и перпендикулярны челюсти. Шея длинная, мускулистая, элегантно изогнутая. Грудная клетка очень высокая и очень широкая в области сердца. Область грудины сильно скошена и хорошо очерчена. Спина крепкая, широкая, длинноватая, слегка выпуклая в области поясницы, но не горбатая. Поясница производит впечатление сильной и мощной. Бока на уровне спины мускулистые и хорошо изогнутые. Плечи косые и мускулистые, с лопатками, которые доходят до их верхней части, достигая спинных отростков, что хорошо заметно. Передние лапы прямые, вертикальные, не слишком широко поставленные, с сильными и гибкими пястями и локтями, расположенными выше туловища. Лапы хорошей формы, с распущенными пальцами. Суставы на пальцах сводистые, подушечки плотные и крепкие. Задние лапы сильные, с широкими бедрами, с хорошо выраженными углами сочленений, бедренные и больше берцовой костей.
Скакательные суставы низкие, голени хорошо развиты. Когда собака стоит на лапах, у нее широкая опорная база, которая обеспечивает сильный толчок. Хвост должен быть без подвеса, он длинный, суживающийся к низу, в движении плавно изогнут, но никогда не поднимается над спиной. Движение уипета ловкие. Задние лапы собака подводит глубоко под корпус и сильным толчком обеспечивает выброс тела вперед. Передние лапы имеют большой захват. При взгляде спереди и сзади линия бега собаки прямая. Движения скованные, непроизводительно высокие, семенящие бракуются. Шерсть тонкая, короткая, плотная. Допускается любой окрас и любые комбинации цветов. Высота в холке 47-51 см у кобелей и 44-47 у сук. Уипет – прекрасный товарищ. Можно сказать, он остается им в каждый момент нашей жизни. Поскольку это короткошерстная собака, она очень зябкая. Не стоит даже думать о том, чтобы построить для него красивую будку в саду. Уипет должен жить в доме, с семьей, в жизни которой он принимает полноправное участие. Поэтому ему необходимо пространство. Так он сможет яснее выразить свои потребности и запросы. Иногда может что-нибудь разбить и требует внимания всегда. Когда речь идет об Уипете, тут больше подходит выражение «усыновить ребенка», чем «завести собаку». К счастью, почти всегда это спокойный ребенок. После того, как в возрасте 4-6 месяцев у него закончится период детских шалостей, Уипет начинает проявлять свое благородство, отказываясь от шумных игр, слишком бурных проявлений веселья и слишком радостных приветствий хозяина. Это все свойственно собакам, а не Уипету, который особенно и не считает себя собакой. Он любит сидеть в кресле, лежать на диване, желательно перед камином, спать на кровати с головой на подушке. Если вам это не нравится, тогда не заводите Уипета. Уипет становится собакой только на свежем воздухе. Здесь он бегает, носится, играет и даже валяется животом кверху. Но в доме он ведет себя как настоящий аристократ, который любит покой, одиночество, любит поразмыслить на досуге, по крайней мере, если он не просит нас о чем-то другом. Немного поиграть, дать ему поесть или прогуляться. Если оставить его просьбу без внимания, он спокойно удалится. Он никогда не проявляет плебейской настойчивости. Но при этом он может на целый день принять недовольный вид, пока хозяин не приведет его в чувство чрезмерной холодностью или строгим голосом. На прогулке Уипет довольно послушен. Его легко научить не тянуть за поводок и даже идти за хозяином без него. Но лучше спускать его с поводка только в знакомых надежных местах и, конечно, вдали от транспорта. Как ни странно, Уипет может оказаться хорошей сторожевой собакой, по крайней мере, когда он дома один. Если хозяин дома и кто-то входит в дверь, некоторые собаки дают об этом знать, некоторые нет. Однако все идут посмотреть, кто там, потому что все борзые и любопытные. В отсутствие хозяина Уипет ведет себя совсем по-другому. Он грозно лает и с трудом впускает даже знакомых людей. А если гость пришел с собакой, главной целью Уипета является помешать им войти. Конечно, учитывая небольшой размер, в одиночку собака не может противостоять настоящему насилию. Но пара или группа Уипетов может напугать кого угодно. Мысль о паре или группе Уипетов не должна вас беспокоить. Во многих случаях это неплохая идея, потому что в случае с Уипетом иметь несколько собак – это все равно, что иметь одну. Сдержанные, опрятные, спокойные. Даже несколько собак не обнаружат своего присутствия, если только не возьмут на себя шумную роль сторожей. Для Уипета можно даже выбрать товарища другой породы. Но на то, чтобы подружиться, им потребуется немного больше времени. Другие собаки не отвечают его утонченным вкусам. Если они ведут себя спокойно, он их терпит и даже может проявить симпатию. Но если они слишком шумят, он удаляется в свои покои, явно недовольный подобным плебейским поведением.
Из всех других животных Уиббит предпочитает кошек. Не заводя особой дружбы, он с ними мирно сосуществует. Но если кошка позволяет себе излишней вольности, Уиппет ограничится осуждающим взглядом, никогда не нарушая тишины и избегая любых репрессий. С детьми Уиппет играет только потому, что он сам ребенок. Во взрослом возрасте он отдаленно напоминает классическую няньку. Он никогда не бывает опасным или агрессивным, и если ребенок очень маленький и нуждается в защите, он будет добросовестно защищать его, но никогда не будет играть с ним. Если же у вас дома не маленький ребенок, а 10-летний мальчишка, это меняет дело. Отношения Уиппета с человеком этого возраста могут быть очень хорошими, особенно если с ним можно побегать и погонять мяч. Если же Уиппет увлекается игрой в футбол, готовьтесь к тому, что он регулярно будет рвать мячи, потому что в отличие от боксера или шнауцера, которых можно научить играть в мяч головой и лапами, борзые всегда смотрят на мяч как на добычу и время от времени рвут его на части. Мяч Уиппету нравится, чего нельзя сказать о классической палке, которую собака должна принести хозяину. Быть может, он считает это ниже своего достоинства. Многие борзые не любят эту игру. Зато они находят очень приятным кусать добычу и убивать ее. Эта игра нравится не только щенкам. Взрослые собаки тоже с удовольствием играют в эту игру. Очевидно, они считают это частью замечательного искусства охоты и не боятся показаться смешными. Будучи скорее человеком, чем собакой, Уиппет считает вполне естественным носить одежду, особенно в холодные месяцы. У тех из них, кто проводит много времени на улице, шерсть плотнее. Тех, кто больше сидит дома, шерстяной покров не может защитить, если температура опускается ниже нуля. Так или иначе, врожденная элегантность борзых помогает им примириться с одеждой. В накидках и свитерах они выглядят очень забавно, но никогда не смешно. Уиппет – борзая собака, хотя и считается домашним ребенком. Чтобы сохранить хорошее здоровье, эта собака должна быть худой. Ее внешний вид, внутренние органы – все это приспособлено для бега. Если мы решим осчастливить его, раскормив его, мы испортим ему печень или подвергнем риску его костную систему. Питание Уиппета должно отличаться высоким содержанием белка и одновременно низким содержанием жиров, но не отсутствием их. Бывает ли Уиппет, который не любит бегать? Таких Уиппетов не должно существовать вообще. Да, верно, некоторые держат в гараже Феррари только чтобы любоваться машиной. Но верно и то, что эти люди много теряют, не пользуясь машиной для той цели, для которой она была сделана. Точно так же и борзая должна бегать, ведь она была создана именно для этого. Но в отличие от Феррари, лишенной чувств и мыслей, Уиппет сам хочет бегать. Это неудержимое желание проистекает из его сущности. Уиппет предназначен для бега. Бегать, конечно, можно разными способами. Можно резвиться на лужайке одному или с другими четвероногими друзьями. А в этом случае лучше, чтобы это были тоже борзые, потому что собаки других пород стараются угнаться за Уиппетом, и им становится плохо. Еще один друг Уиппета – это лошадь. Уиппет всегда сопровождает ее добровольно. Совместная прогулка – это настоящая радость для всех. В случае чего потом можно будет вернуться обратно в седле. Прекрасной альтернативой охоте являются любительские спортивные соревнования. Но не стоит задумываться об официальных соревнованиях, во время которых имеют место случаи жестокого обращения с животными. Любительские бега – это совсем другое дело. Только там Уиппет может себя проявить. Имеются в виду дружеские встречи по воскресеньям, где собираются хозяева с собаками, чтобы отдохнуть и развлечься. Хозяин здесь и собаковод, и менеджер. Призами являются кубки, букеты цветов, а ставки ограничиваются лишь пивом и пиццей. Соревнования бывают двух типов – кросс и бег по дорожке. Поговорим пока о втором виде, менее адаптированном для Уиппета, но тем не менее очень интересном и полезном для них.
Собаки стартуют с голеней, к чему они должны быть приучены с молоду, и начинают преследовать механически передвигающуюся приманку. Вопреки существующему мнению, собаки прекрасно понимают, что перед ними не настоящий заяц. Они бегут из любви к спорту и желанию победить. Надо отметить еще некоторые особенности. Не все уипеты могут участвовать в соревнованиях, например, дрочливых отсеивают. Во-вторых, беговая дорожка способствует разжиганию страстей. Хорошо, если этот разогрев спортивного типа. И очень плохо, если за этим скрывается злость и соперничество. Бег – это всего лишь игра. И если собака воспринимает все это по-другому, то даже если собака отлично бегает, лучше остаться дома. Для своего блага и для блага других. Третья особенность в том, что беговая дорожка не может испортить выставочных собак. Риск ранения или контузии не больше, чем во время обычной прогулки уипета. Даже меньше, потому что на беговой дорожке нет ни ухабов, ни кочек, ни корней. Некоторые, правда, даже на прогулку своих собак не выводят, чтобы ничем не рисковать. Можно лишь сказать, что это очень несчастные собаки. Второй вид соревнований – это кросс. Речь идет об имитации охоты на кролика, который устраивается на поле больших размеров. Мнимый кролик, шкурка или тряпка, передвигается по полю при помощи электрического устройства, и собаки бегут вслед за ним. Достаточно взглянуть на них, чтобы понять, насколько им весело. Удовольствие от того, что они первыми схватили добычу, вызывает у них бурное веселье. Каждый хозяин уипета должен хоть время от времени позволять испытать собаке это пьянящее удовольствие. Даже старые собаки, которые у себя дома никогда не встают с дивана, буквально оживают во время соревнований, вновь обретая веселье и щенячий блеск в глазах. Другая положительная сторона кросса состоит в том, что для него требуются абсолютно естественные собаки, быстрые, а также крепкие и выносливые, а поэтому как можно более соответствующие стандарту породы. Для тех, кто не особенно любит бега, напомним, что уипет способен выполнить любое упражнение. Он, конечно, никогда не будет роботом, который механически исполняет приказания, но хорошие отношения с хозяином могут дать великолепные результаты в плане послушания. Тем, кто все еще убежден, что это фарфоровая собачка, хрупкая и нежная, мы хотим показать Саммертайма. Первого европейского уипета, занявшего второе место на чемпионате по аджилити. Он не гигант. Эта собака не отличается необыкновенной силой и не слишком послушна. Это нормальный уипет, как и все другие, просто у него установились прекрасные отношения с его человеческой семьей. И вот результат. Элегантный, умный и чувствительный. Уипет – это собака на все времена. Спортсмен и домосед, аристократ и миляга. Он одновременно независим и ласков. Можно любить его как своего рода четвероногую Формулу-1 или как неисправимого Соню. С ним можно не чувствовать себя хозяином собаки или же чувствовать, что она сама стала нашей хозяйкой. Одно верно – уипет – это личность, с которым надо обращаться как с другом и как с собакой. Выбрав его, вы не разочаруетесь. Рядом с ним вы забудете, что такое скука.